Если бы Господь Бог дал мне возможность начать заново жизнь, я бы ее не изменил. Когда это угрожает конкретно опасность, я бегу за оружием. Сколько раз на вас покушались? 4. Вам приходилось убивать? Ну, защищая свою жизнь или честь. Везде, где есть Интерпол, меня могут арестовать. Я люблю шик, я люблю в хороших гостиницах, в хороших самолетах летать, люблю плавать на яхтах. Так жизнь удалась? Ну как, не видишь? Удалась ли мне? Если бы не удалась, вы же у меня не брали интервью, правильно, нет? На окраине Петербурга взорван легковой автомобиль. Да даже раздолье было. Воюй, забирай! Лежит даром, только убей. Лежит даром, только убей. Оказалось, что конкуренция очень большая. Ну, пришлось устранять. Человек назвал меня неприемлемым в наших кругах словом. На что мне пришлось сразу его стрелять. Громкое покушение в столице. Оперативные службы ищут двоих неизвестных. Патрон патронники. Ствол в затылке. Я в наручниках. Я выбил руль, и мы столкнулись с другой машиной, но они погибли. Вы видели другой шанс мне выжить? Я его не видел. Вася, тоже застрелили. Хороший был, уважаемый человек. Вот Гусюшев Сергей Иванович тоже, он хороший был человек, тоже застрелили. Здесь-то тоже много, как мальчишек застрелили, когда нападение было. Вот недавно буквально. Вот Рублев, 1405 год. Вторая икона только в Кремле такая. И вот эти все иконы я отдам в храм. Я являюсь сегодня президентом ассоциации Канского храма. Ну что, вот видите, что-то получается у нас. Если не мы, то кто? Это не то, что эти люди плохие. Это страна в этом времени была. Все исправилось. Нет уже сегодня никакого бандитизма в России. Они сегодня прекрасные бизнесмены, приезжают прекрасные политики. А у вас могут стать депутатом с тремя судимостями? Нет? А политиком? Ну, хотя бы мэром. Что, даже мэром не могут? Где вы, блин, живете?